Mobius принимает участие в выставке ICT Week 2023, которые проходят в CX. В этом году инновациями от компании Mobius будет Voice over Wi-Fi и Easy Macro. Voice over Wi-Fi – технология звонков через интернет. Она использует Wi-Fi роутер как базовую станцию для звонков и применяется в тех местах и условиях, где затруднен качественный прием сигнала сотовой сети. Давайте я вам попытаюсь наглядно продемонстрировать технологию Voice over Wi-Fi. Вот, к примеру, у нас телефон. Здесь он стоит на авиарежиме, то есть сеть у него не работает, но при этом мы можем через свою сим-карту позвонить на вот этот телефон. Вот. Это телефон номер 3, это телефон номер 4, на который я звоню. Он тоже находится в авиарежиме, подключен к Wi-Fi, но при этом принимает звонок через сим-карту. Технология хороша тем, что вы можете пользоваться звонками телефона, даже не находясь в сети. Скажем, дома у вас не ловит сеть, вы в подвале или в самолете, главное, чтобы был Wi-Fi. Пока функция доступна только в тестовом режиме, эксклюзивно для Mobius, поэтому ждем полноценного запуска. Easy Macro – это компактные базовые станции, которые помогают быстро развернуть сотовую связь, увеличить емкость сети и обеспечить абонентов высоким уровнем сигнала. Оборудование Easy Macro очень компактное, легкое и малозаметное. Для его размещения можно использовать столбы, фасады и крыши зданий, рекламные щиты и многое другое. Впрочем, посетители ICT Expo 2023 могут сами опробовать технологию Voice over Wi-Fi и ознакомиться с базовой станцией Easy Macro. На стенде компании также доступно подключение красивых номеров и выгодных тарифных планов оператора, консультация и помощь по всем вопросам мобильной связи. Гости стенда Mobius на ICT Expo 2023 смогут принять участие и в конкурсе с общим призовым фондом 50 миллионов сумм. Все условия в инстаграм-аккаунте оператора. Впрочем, более подробная информация еще у вас на экране. Но у меня на этом все. До скорых встреч!